Всем привет! С вами канал Ваня. Ходила я на рынок. У нас ветер сегодня. О, трамвай новый едет. Ветер сегодня сильный. Все, кстати, у нас дешево. 270 рублей. Черешня стоит. Абрикос также где-то. Занимается у нас. Сколько ты километров там проехал? Ты посмотрел? Полчасика я буду крутить. А там что не написано? Да я не включал. А, блин, он розетку. Уж так крутится. Включается. Что ты представляешь, как ты едешь? Как я еду. Ты еще там эти качки? Да. Ты едешь, где едешь? Ты по трассе? Да, мне все равно. Кстати, скажи, посоветовали, вот если на тот берег Волги переехать, там велосипед дают на прокат. Там можно. Ну там за что-то дают, как ну, там, за деньги. Там, наверное, мне кажется, не просто. Ну, как-нибудь будет еще выходной, мы с тобой съездим. Ну, опять же, не жарко, конечно, в жару сейчас там на велосипеде ехать там сдохнешь. Так, вот градусов 15. Да? Классно там, наверное. Да? Классно там? Там классно. Балкончик такой. Клёвый.
Немножко мы посидели, поснимала я. Тут, кстати, ветра нет, а там на пляже прям очень сильный ветер. Женька остался, а я захотела погулять. Прошлась по набережной, сейчас иду. Сейчас бабушка Диму привезет уже скоро. Надо его встретить. Пошла. Вот, обещала, что пойдет вместе, а друг оставил сумку. Друга нет. Вот он остался охранять. Не понимаю, почему такие люди оставляют сумку и ушел. И все. И сиди охраняй, блин. Здесь прям классно, птицы поют. Дом стоит, пятиэтажка. Ну и дорога, конечно. Все слышно. Чай не цветет. Так птицы пели прям красиво.
И машины поехали. Сейчас услышите. Наконец-то я доползла до ванны. Блин, я так давно мечтала уже полежать в ванне, понежиться. И наконец-то я полежу. Приготовила себе вот так вот всегда полотенчик, кладу в раковину. Она у меня чистенькая. Вот, сегодня в ванной. Буду так, а где мне? А, мне сегодня, кстати, я буду голову мыть новым шампунем. Таким вот я еще им не пользовалась. У меня бальзам или маска. Она, кстати, дорогая была. Есть. А вот шампунь я еще не пробовала. Сегодня буду пользоваться, посмотрим, что будет завтра, послезавтра, какие будут волосы. Смотрю, кстати, на этот шампунь всегда акция. Не знаю, может, он плохой просто. Вот такая у меня пенка. Пенка, кстати, я этот. Шампунь мне вот этот не подошел. Очень сильно волосы начали после него выпадать. Я решила его сюда залить, чтобы он не пропадал. Надеюсь, что у меня не вырастут волосы на теле. А то завтра проснусь, вся черная волосатая. Здесь у меня вот мой камушек, моя губочка лежит. Гель для душа заканчивается, но я его уже новый положила. А, кстати, да, вот. Еще вот этим, кстати, волосы мою. Раньше, когда-то в молодости, он мне прям очень хорошо помогал. Но сейчас, мне кажется, у него уже он как-нибудь по-другому делается, потому что он мне не особо помогает. А это коврик Димин висит. Мне его просто удобнее сюда вешать. Когда его свернешь втрое, в четверо, то как-то не очень удобно. А так он хорошо висит. И фламинго картинка. Обожаю. Ой, пойду купаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.